тоже сочетание оригинальных высокохудожественных живописных приемов с остатками чужих влияний, в картине «Святой Павел за письменным столом» проглядывает даже самое лучшее из ранних многофигурных композиций Рембрандта – картине «Симеон во храме», выполненной в 1631 году и ныне находящейся в Гаагском музее Мюльцойс. Пространственная композиция этого небольшого, имеющего вертикальный формат полотна, великолепна. Впервые в своем творчестве Рембрандт простирает хорошо видный зрителю пространственный участок далеко в глубину, на десятки метров. Правда, черты ученической незрелости еще ощутимы в некоторой суховатости живописи, в излишней дробности композиции. Среди обилия всевозможных оттенков горячего красного и пурпурного цветов неоправданно попадаются красивые, но холодноватые голубые тона. Например, небесно-голубой цвет, смесь чистого синего с белым, выступает в виде пятнышка одежды коленопреклоненной Богоматери, изображенной внизу на первом плане в центре группы из шести главных действующих лиц. Но в понимании образа сделан такой большой шаг вперед, что можно смело сказать, эта картина превосходит все без исключения предшествующие работы Рембрандта. Сознание человека не просто отражает зрительную форму предмета, оно всегда привносит эмоциональные качества его восприятия. Художественный образ живописи, всегда содержащий реальные черты изображаемых людей и предметов, делает особый упор на их чувственно-эмоциональную значимость. Это можно показать на примере картины «Симеон во храме». За центральной группой в самом центре картины вырастает могучая, несколько метров в обхват, каменная и позолоченная колонна, вся прорезанная множеством каннелюр вертикальных желобков, освещенная снопом малинового света, падающим откуда-то сверху. Она как бы устремляется ему навстречу и уходит за верхний край изображения. Мы сразу догадываемся о ее действительной высоте, потому что влево от нее уходит в таинственную глубину, уменьшаясь в видимых размерах, ряд точно таких же позолоченных, с три человеческих роста в высоту, колонн, соединенных между собою арками. И эти причудливые своды храма также оказываются пронизанными фантастическим вишнево-красным цветом. Вправо же от центральной колонны пространство картины также уходит в глубину. Туда поднимается многоступенчатая лестница. Ступенек становится все больше и больше. В силу перспективы они становятся все уже и уже, и кажется, что им не с числа. Так Рембрандт, застроив дальние планы таинственной и величественной архитектурой и затенив их так, что мы не видим замыкающихся стен, выводит интерьер из привычных в живописи канонов, в то же время заражая зрителя поэзии и грандиозности пространства, свойственной многим из его поздних произведений. В этой картине Рембрандт широко пользуется методом игры рефлексов. Вспомним, что рефлексом называется оттенок цвета предмета, возникающий в тех случаях, когда на его поверхность падает свет, отраженный от других предметов. На картине падающий сверху свет оставляет в едва освещенном рефлексами таинственном полумраке правую часть храма, где изображены многочисленные зрители торжественного события. На широкой лестнице они теснятся толпой. Это любопытные, верующие, воины. Над ними нависает громада пышного темного балдахина. Эти особенности размещения множества удаленных от нас фигур в просторном и высоком зале и своеобразие освещения, постепенно затухающего в глубине, придают сцене сказочно-романтический характер.
Под темными сводами арок слева дрожат слабые блики света, зацепившиеся за позолоту капителей, за орнаменты сосудов и за металлические панцири воинов справа. Капитель – это верхняя венчающая часть колонны, четырехугольная плита под самым потолком. Переливы света влекут наш взгляд к первому плану. Здесь, на ярко освещенной площадке, на прямоугольных каменных плитах в преддверии храма размещена главная группа – 6 человек, узловой пункт композиции, в том числе старец Симеон с малюткой на руках справа, коленопреклоненные Мария и Иосиф в центре и стоящая к нам спиной слева пророчица Анна. Все они, кроме пророчицы, впитывают низвергающийся сверху свет, излучает его обратно в окружающее пространство, раздвигая и растворяя ограничивающие его архитектурные массы. Подобно венчику божественного цветка, эта группа людей раскрывает во все стороны свои ослепительно сияющие лепестки. Седовласый Симеон в самозабвенном экстазе прижимает младенца к груди, и вправо от него по полу стелится шлейф, как богатая, длинная, золототканная одежда, причудливые извивы которой словно передают его душевный трепет и волнение. Остальные пятеро слева от Симеона присутствуют молча и растроганно. Замыкающий их высокий темный силуэт, стоящий к нам спиной пророчицы Анны, вносит в картину особую значительность. Закрытая с головой в великолепной лиловой мантии, пророчица приподняла правую руку с жестом, обращенным к Симеону и младенцу.